Омским предпринимателям сократят число проверок. Все необходимые данные планируется размещать на одном специализированном сайте. Пока это только проект, его подготовили в правительстве региона. Сейчас бизнесменам нужно пройти 38 контролирующих инстанций только на региональном уровне. Проблемы предпринимателей обсудили в прокуратуре области. Так, например, только в этом году прокуроры запретили треть внеплановых проверок на местных предприятиях. Сами бизнесмены обратили внимание на проверки со стороны общественности. Зачастую жалобы о МЧ оказываются бессмысленными. Нарушений не находят.